Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы Всадники Олуха. Так, у нас с тобой 10-й день, и я забираю 15 рун. Отлично. Так, итого у меня 230 рун уже насобиралось. Так, ну-ка, что у меня принес Беззубик? 10 тысяч рыбы. Неплохо, неплохо. Так, давай-ка мы посмотрим. Мы можем с тобой улучшить дровницу, да? Сколько здесь нужно? Так, требования. Ага. 49 тысяч нужно бревен. Но, подожди секундочку, я копил кое-что на другое. А почему у меня так мало бревен? Эй, ребята, вы куда? Что тут у нас, тыковки какие-то появились? А, ну, видимо, Хэллоуин, все дела, да? Слушайте, друзья мои, на самом деле, я думал, у меня здесь будет очень много древесины. Мне нужно 45 тысяч, но, видишь, почему-то я оказался в обломе. Куда-то у меня ушли мои бревна. Вот я не могу понять только куда. Так, ладно, идите собирайте бревна. Так, слушай, а что ты тут купаешься? Давай иди и рыбу тогда лови мне. Так, рыбу лови. А ты у меня пойдешь за бревна. Ага, не можешь, да? Так, ты лети за рыбой. Ты лети за рыбой. И ты лети. Никуда пока не лети. Так, друзья мои, вот что я еще себе развил. Рыбацкую хижину. То есть у меня уже их получается две. Вот первая. Вот вторая. Так, и значит получается, что я могу сюда отправить кого-то на добычу рыбы. Ну-ка проверим. Точно. Смотри-ка, теперь у нас будет рыбы в два раза больше добычи идти. Так, это классно, это классно. Потому что я могу сейчас прокачать своих дракончиков. Так, нет, или да. Ладно, пускай летит. Пускай летит. Ты, блин, 4. Ну и лети тоже. Раз уж так вот получается у нас. Так, этого мы прокачаем. Новая способность. Так, расширить академию. Пока не могу ничего себе такого позволить. Так, секундочку. Значит так, у нас с тобой есть два теперь, да? Место рыбной ловли. Это очень круто. Так, здесь, ребята, смотрите, кстати, вот из пака мне достался вот этот вот эксклюзивный ужасное чудовище защитник. Он, в принципе, как и вот этот вот, который здесь вот был, да? Что такое? Драконы отправились добывать рыбу, но я до сих пор чувствую их зловонное дыхание. Так, поручите драконам добывать рыбу в течение 8 часов. Ага. Стоик, ты можешь отослать этих драконов из деревни на целый день? Но я все равно чувствую эту вонь, куда ни пойду. Дело не в драконах, гнилец. Ты просто мой свои усы чаще, чем раз в десятилетие. И тогда тебя не будет преследовать запах гниющей баранины. Слушай, логично, логично. Ну, вот, смотрите, ребята, видите? У нас обычный ужасное чудовище. И эксклюзивный. В чем у них разница, я, честно говоря, не знаю. Но, надеюсь, вскоре мы узнаем. Так, а что это у нас тут такое? Ух ты! А сколько нужно для того, чтобы лесопилочку эту улучшить? А, необходимо викинги, да? Так, подожди, она сейчас работает. Подожди-ка, она же сейчас работает. Ну-ка, секунду. Опачки! Так, у нас еще и лесопилка, оказывается, есть. Господи, ребята, так мы с вами заживем вскоре. Так, есть у меня свободные драконы? Так, ты вот что ты тут сидишь, прозеваешь, а? Вот скажи ко мне. Давай-ка кормись и быстро лети у меня. Блин, его надо обучить. Так, лесопилка. Почему лесопилка занята? Тут еще у нас какое-то улучшение, ребята, есть. 48 тысяч бревен надо. Так, этот собирает. Но смотри, места. Одно из трех. То есть я ведь могу еще послать сюда, ведь так? Ведь должен мочь. Ну-ка, проверим-ка. Твою ж налево. Так, ты пойдешь бревна искать? Почему-то не хочет, а? Почему? Так, улучшить необходимо. А, вот оно что. Это уровня 2. Если будет, тогда у нас появится здесь два места. Все, ребят, я понял. Понял. Это я неправильно там, как говорится, прочитал. Не дочитал, даже так скажем.
Поэтому не врубился, почему так происходит все. Ну что, у нас с тобой тут что такое? Так, на рынке Олуха новая акция. Как там Мраквард? Поиски увенчались успехом? Нет, поиски не увенчались успехом. И, кстати, надо Беззубика действительно куда-то отправить. Так, может быть, сейчас посмотрим, тут у нас что такое. Что ищешь, Готти? Мышь? А вроде тут бегала одна. Так, убери камни или сруби деревья. 50 я это сделал. Как ты и просила, Готти, мышь. Готовишь что-то вкусное? Может, мышиное жаркое с луком? Прости, Готти. Кто же знал, что это твоя ручная мышь? Во дела. Действительно, во дела. Так, а ты что у нас тут? Сын, чем занимаешься? Ты должен готовиться к весеннюю. Пап, до весенней еще 8 месяцев. Знаю, ты уже отстаешь от графика, тебе нужно развивать силу и выносливость. Отдых для слабаков. Сморкал размяк, работа на стройке поможет ему прийти в форму перед весенним. Надеюсь, только еще не поздно. Израсходуйте 100 тысяч единиц древесины. Ну что же, начнем. Начнем с тобой это транжирство. Так, что у нас здесь? Ага. На прогулке к нам с Сарделькой вдруг направились лезвие-крылы. Мы одни и не готовы к схватке с таким противником. Мы с Сарделькой полетим дальше только после того, как и если найдем укрытие. Ну да, помощники. Так, бесплатно, конечно же, ребят, бесплатно. Тыква. Ага, тыква, понятно. Так, а здесь у нас что? Какой чудесный день. Астрид не терпится отдохнуть вместе с Грамгильдой. Взлетая на территорию драконьего края, она замечает, что стены укреплений в пробоинах и под пилах. Тут кто-то хозяйничал или что-то. Так, ну что ж, драконы, естественно, ребят, драконы. Так, полетели, да, короче, они у меня. Нужно будет нам очень с тобой много бревен. Кстати, а почему я здесь в плане? Стоп. Не могу понять, а почему не активируется? Жетонов в этом наборе 4. Это я все понимаю, но почему я не могу активировать по времени? Хм. Ладно, подожди секунду, с этим мы разберемся чуть попозже. Давай-ка я вот сюда зайду и кое-что гляну. Так, здесь мы с тобой получаем конфеты. Так, нам нужно с тобой выполнить еще 3 цели. Это открыть набор карт, победить драконов в схватке и примите участие в заданиях обороны Олуха. Кстати, оборона Олуха. Я живу по простому принципу. Все ваше мое, а все мое тоже мое. В атаку! Ничего себе у тебя эти правила, да, ребята? Так, ну что, возьмем, наверное, вот этого. Беззубика возьмем вот так вот. И, наверное, вот так. Ну что, ребята, к бою? Что, мы будем на них смотреть, что ли? Атаковать, конечно же. Ох, ничего себе, тут флот! Вы серьезно? Защитил? Начиналось с маленького, а сейчас посмотри, сколько уже. Так, ну ладно, давай выпускать наших драконов. Ух ты! Так... Так, давай. Топим этот кораблик, друзья мои, топим. На тебе ядром. Так, нам нельзя, ребята, ни одного ключика профукать. Ключики нам очень нужны. Есть контакт. Слушай, ну неплохо, ребят, неплохо. Так, мы с вами здесь одержали победу. Соответственно, сейчас мы будем открывать сундучки. У нас 3 ключика. И все сохранились. Так, продолжить. И посмотрим, что нам с тобой выпадет. Блин, вот этот дракон мне нравится, прикольно, да? Такой орет, летит и орет. Напоминает мне почему-то какую-то акулу. Похож, да? А здесь тоже прикольно, мортира бомбит дракона, а дракон ее поджигает. Так, ну что, заберите награды, конечно же. 125 бревен, 125 рыбы. Блин, ну что-то как-то дешевенько. Астрид, ты заметила что-нибудь странное во время полета?
Ты имеешь в виду то, как сморкало и рыбий ног летели вверх ногами, чтобы поразить забияку? Или налетчиков? Налетчиков, похоже, они менее опасны, чем эти двое. Ну да. Так, секунду. Что у нас еще по заданию, ребята? Поищите злобного змеевика. Вот давай-ка мы с тобой пойдем его искать, ребята. Эх, три сумки хотелось бы, конечно, но... Возьму одну. Нам нужно копить с тобой, понимаешь, руны. Руны нужны, 1500 рун. Если мы с тобой хотим получить... Так, это тыква, понятно. Если с тобой хотим получить нового персонажа, а именно... Так, а что с этим нужно делать, ты помнишь? 45 викингов нужно. Кстати, друзья мои, насчет викингов. Да-да-да. Сейчас, секундочку. Насчет викингов. Мы же можем с тобой построить вот еще, да? Это будет... Но здесь 90 тысяч надо. А у нас предел сколько? 100? Нет, ребята, максимально у нас 50. То есть для того, чтобы построить нам викингов, нам придется с тобой улучшить... Дровницу, да. И тогда будет вместимость 100 тысяч в ней. Но для этого нужно 45 тысяч, блин, бревен. Мне кажется, надо улучшать наших драконов, которые именно занимаются бревнами. Ты понимаешь, да? Чем больше они будут прокачаны. Вот смотри, вот. Обучить, сколько там, блин, академию до 4 уровня нужно развивать. А чтобы ее развить до 4 уровня, что нужно? 48 тысяч. Блин, ну как же все-таки много нужно ресурсов, друзья мои. Очень много. Так, здесь-то что такое? Здесь можно что-нибудь получить? Только за просмотр. Ладно. А здесь у нас временные события. Что это такое? Открытый... А, открытие... Будет какой-то ивент доступен через 2 часа, да, получается? Так, здесь тоже непонятно что. Что-то, видимо, искать. И временные акции. Ну, временные акции, ребята, я даже, честно говоря, смотреть на них не буду. Потому что тут такие деньги сумасшедшие нужны для этого всего. Так что лучше, как говорится, не смотреть. Здесь... Так, путешествие... Так, это понятно, это понятно. А пока мне почему-то здесь... Недоступно. Так. И тут вот, кстати, ребята, чтобы обменивать янтарь, нам нужно с тобой 30 тысяч бревен. Тусклый янтарь меняется на яркий. То есть, ну, а, подожди-ка, у нас же еще от Готи, да? Задание там что-то, или мы выполнили его. Так, израсходуйте. Ага. Так, шепот смерти на 3 уровня повысить. Вот его, да? Ну, для этого его нужно, естественно, ребята, обучить. В полете, ну, искать будет бревна еще аж 42 минуты у нас. Это очень хорошо. Вот этот вот нам нужен паренек. И для того, чтобы открыть вот этого дракона, нам нужно 1500, ребят, с вами рун. А у нас всего лишь 245. Ты можешь представить, сколько мы с тобой еще будем копить. Кто-то мне говорил, Рэй, посмотри влево или куда там, или вправо. Там можно обследовать. Святилище Валки. Меня зовут Валка, мой дракон шторморез по имени Грозокрыл. Один дракон 51 уровня. И тогда я смогу ее открыть. Это же, кстати, мама этого Ики, да? Расширить. Необходимо викингов 75. Окей. Так, а этот сколько у нас будет с тобой путешествовать? Еще 9 минут. Мало, мало. Давай-ка мы его вернем. Я его могу? Да, я могу немножко его, ребят, прокачать. Так. Обучить. Даже на обучение не хватит. А в любом случае там даже места нету. Ну что, теперь, я думаю, мы, наверное, с тобой сейчас пойдем на арену. Верно? Я думаю, никто не будет против, если мы с тобой немножечко повоюем. Ну что же, поехали. Схватка у нас с вами. Ожидание соперника. Так, ой-ой-ой-ой, ребята, надо было Громеля там не убрать. Я забыл, что я его не убрал. Ладно. Так, попробуем сейчас с тобой повоевать.
Начнем с душителя. Ах ты, жук, что творит? Угу, получил. Так, успокойся. Давай вот этого добьем все-таки. Дымодышащего этого душителя, да? Кусается, а? Так, это будет добивочный. Так, и будем уже заниматься водорезом. Ребята, будем заниматься именно водорезом. Так, попадем? Попали. Шик и блеск. Опа. Понял, что вытворяет? Вот так вот, друзья мои. Понижаем атаку. И, ага, не получится добить, к сожалению. А этого мы, скорее всего, потеряем. Да, этого мы потеряли с тобой. Ну и все, ребята, Громеллю пришел кирдык. Мы его с тобой уничтожим, потому что мы ему блокировать будем сейчас способности. Ему остается вот только так вот бить хвостиком своим. Мы его опять печатаем. Давай. Так, нам с тобой нужно получить сегодня два пака вождя. Хвостиком его. Так, и, наверное, это будет заключительный удар для этого Громеля. Да, друзья мои. Шикарненько. Ну, естественно, мы с тобой получим 30 кубиков. Ну, кубков. Да? И пак. Так, ну что же, вот он пак. А как мне... Друзья мои, я не могу понять. Как мне открыть? Почему? Его как будто заклинило. Вот, ну, видишь, открыть. А, так, ё-моё, он через 51 минуту откроется только. Чё я переживаю, господи. Опять не разобрался, да? Так, изваяние. А где вот эти вот изваяния? Смотри, видишь, у нас... Если бы был торгаш, да, мы с тобой бы могли получить вот золотые бы эти. Больше трофеев за каждую победу. Так, для улучшения. У нас нету, видишь? Соответственно, мы с тобой улучшить не можем. Опачки, ребята, загадочный набор. Созрел. Так, монетки Одины. В плане, какой? Подожди. Монетки Одина мне дал, а... Вот. 500 рыбы. Так, обычный, обычный. 500 бревен, обычный. Понятно. Так, изба викингов. Сезонные. Кстати, ребята, видите конфеты? У нас с вами сколько вообще конфеток накопилось за этот момент? Ага, 665. Блин, камнерез эксклюзивный. Ой, ты посмотри, какие красавцы, ребята. Ого, Василиск уникальный. Это как, больше похоже на курочку рябу какую-то. Эксклюзивный. Вот. Громыхающий душитель. Хо-хо-хо. Призрачная сарделька. Прикольно. Резные тыквы. Спугнутый труп. Постройте особые здания, да? А что бы они дают? Ничего, ребят, не дают, наверное, да, скорее всего. Хотя фиг его знает. Ресурсы. Так, руны. Карты. О, подожди, если я посмотрю, я получу карту? Ну-ка. Так, монеты Одина. Да, друзья мои, мы с вами еще один получили пак. Вот это прикольно. Слушай, ну это совсем другой разговор. А можно мне еще, а? Нет, нельзя. Только лишь спустя 6 часов. Окей, я не возражаю. Так, что же дальше нам с вами делать? А дальше у нас задание. Так, получить. Победить 5 драконов, да? И принять участие. Так, а я могу обороняться или нет? Могу, друзья мои. Так, секундочку. Так, тут ускорить можно. А вот тут вот. А поменять я могу? Вот, ну, например. Во, могу. Давай вот так вот с тобой оставим. К бою. Нам нужно с тобой два, да, раза защитить. Ёпарасоте. Ты просто посмотри, какая у них тут армада идет на меня. Так, давай проверим. Как мы тут с тобой? Ой, а чё так?
А чё так слабенько-то? Да ну. Блин, а урон-то нам какой наносит, посмотри. Давай, 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 родные мои. Блин, нас сейчас, по-моему, вот смотри, какая она бомбит. Еще вот эти вот мелкие лодочки тут, а? Ты посмотри на них. Да, беззубик-то тут, конечно. Блин, ключик, ребята, ключик. Ай, потеряем мы, наверное, потеряем с вами. Блин. Да они тут... Один дракон, ребята, у меня улетает. Ключ потеряем, да? Один ключ потеряли, друзья. Интересно, сможем ли мы эту вот лодку успеть забомбить, а, ребят? Я даже не могу вот сюда ничего бросить. Блин, наверное, и второй ключ, да, потеряем? Сейчас посмотрим. Урон, вообще урон никакой. Ничтожный просто, я тебе скажу. Но это флагманский корабль, если мы его подобьем, мы выиграем. Если не подобьем, то проиграем, блин. Ну, пожалуйста, ну давайте хотя бы два... Есть! Фух, да, что-то как-то мы здесь с тобой фиговенько сыграли. Ну, главное, что победили. Пускай даже два ключика есть у нас. Сейчас будем открывать... Я не против потерять несколько кораблей, лишь бы Олух провел парочку ночей без сна. Вот такой вот, ух ты, круто, нормуль. Нет, не надо, а тут везде рыба. Кстати, вот это вот лучше всего, ребята. Налеты что-то очень участились, Сикинг. Народ заметно нервничает. Да, случайные налеты на Олух были и раньше. Но последние налеты не кажутся такими уж случайными. Ну да. Так что у нас... Да что ж вы меня опять сюда бросаете-то, а? Зачем? У меня ничего нету нового здесь, поэтому даже не надо сюда меня подкидывать. Так, задание. Так, это мы с тобой начали? Нет, не начали. Понял. Так, что у нас тут? Завершите приключение. 6. А у нас почему-то только 2. Ага, вот это вот. Понял. Ладно, мы с тобой тоже потерпим. Здесь-то у нас... Получить. И надо, нужно будет, ребят, нам победить всего лишь 5 драконов. 3 мы уже победили, поэтому погнали дальше с тобой на аренке. Да, я знаю, что у нас все ячейки с тобой забиты. Но здесь уже, как говорится, речь идет совсем о другом. Так, слушай, блин, я опять не поменял гром или... Ё-моё, ребят, ну вот как вот буду я вот против этого драться? Вот объясни мне, ну вот как? Давай, наверное, тогда начнем с беззубика. Так, твою ж налево. Ну ты-то что? Давай попробуем так сделать. И вот так вот. Добиваем. Это сейчас огоньком. Естественно, ребята, естественно, полыхать будет своим огнем он. Понижаем ему атаку, понижаем ему броню. Будем сейчас его раскурочивать, вот этого вот. Так. Ну что ты там хочешь сделать? Ага, дудки тебе. Так, поехали. Раз. Два-с. Сейчас огнем полыхнет. Нет, пока не полыхнет. Но, ребята, он готовится, поверь мне. Вот сейчас жарит. Что-то как слабенько он бомбанул. Так, блокирую способности. Так, сейчас он будет только бить хвостиком. Он будет бомбить, да. Так все и получилось. На тебе огнем тогда. И уничтожаем. Блин, чуть-чуть буквально не хватило, да? Чтобы, ребят, пройти без потерь. Ну что же. Как ты сам видишь, победушка за нами. 30 кубков. И мы... О, 1000 бревен еще получили. Двигаемся дальше. Так, секундочку. Где у нас там? Вот тут. Получить и получаем, ребята. Оу, плевак, набор. Ух ты, 10 рун, 2000 бревен, 2000 рыбы.
Обычный и 10 тысяч бревен. Вот это да, вот это я понимаю, ребят. Наградочку мне дали. Спасибо тебе большое. Так, что дальше делаем? Что мы... Так, здесь у нас... Так, обмен. Не хочу. Можно отказаться. Так, а вот здесь у нас... Свежая добыча торговца Йохана. И все, что ли? Больше я там ничего не могу получить. Так, а тут... Непонятно. Забрать. Это надо быть подключенным, чтобы забирать это все, согласись. Так, ну что, заберем, наверное, тут... Ага, кое-кто даже успел выучиться у нас. Так, раз вы выучились, продолжаем вам поднимать левел. И... Блин, отправлять, не отправлять. Так, новая способность. Не, ребят, я, наверное, пока не буду отправлять, потому что, ну, на самом деле мне нужна древесина. Древесины нужно мне много, ты сам прекрасно понимаешь, да? Так, сколько ты там? 5. Не можешь, да, пока добывать? Пока ты добывать не можешь. Так, а чтобы... А, у меня даже нету викингов свободных. Хотя нет, есть. А этот, чтобы улучшить, тоже нужно 48 тысяч. То есть, ты видишь, палка о двух концах, ребята. Либо-либо. Ну, в любом случае, так, 860. Почти 1000. Не, ну если они вот так вот будут мне добывать лес в большом количестве, то это будет круто. Так, ну а мы с тобой пойдем-ка, наверное, дальше продолжать схватку на арене. Нам нужно... Блин, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Успел? Успел, да? Фух. Вот, кого я хотел убрать? Убрать Громеля и поставить все-таки, наверное... друзья мои, нашего беззубика. Да? Чемпион хлысторез. Офигеть, где его взять, этого чемпиона хлыстореза? Ну, попробуем с тобой вот этой командой. Так. Я видел у него водореза. Ага. Почему-то все любят в свою команду брать Громеля. Почему это происходит, а? Так, понижаем атаку. А он броню мне не снизил. Ха-ха-ха. А он этот удар не снижает броню, ребят. Я ошибся. Это второй скилл снижает. Так, ну мы будем теперь брать водореза, ребята. В любом случае надо с ним расправляться. Видишь, что творит? Видишь, что творит? Я тогда так же сделаю. И еще вот так вот. Слушай, ему и атаку понизили. О, парень. Смотри, смотри, смотри. Все-таки кому-то сейчас... О, беззубик выжил. Не, ребята, у него шансов нету. Мы его добиваем. И берем... В плане... Подожди, 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 подожди. Нифига, как он там выжил на каких-то микронах, ребята. Ну что же, блокируем тогда, да? Блокируем. И добиваем. Да. Все сделано красиво. В наших лучших традициях. Ну что же, а мы тем временем продолжаем. Идем на последнюю битву. Идем на последнюю битву и с тобой откроем уже пак. Разряды 5. 2 дракона 5 разрядов. Ох ты, ох ты. Вот он, кстати, тот дракон. Ребят, я с ним еще не сталкивался. Я не знаю, что от него ожидать. Будем честны. Но выглядит он устрашающе. Водореза бомбят мне, а? Почему именно водореза? Что ты делаешь, а? Скажи-ка мне. Ох ты. Ребята, тоже блокирует способности. Этот дракон блокирует способности. Вот так вот. Ах ты, жук ты несчастный. Все, я понял, что он хочет сделать, ребята. Водореза мне
Уничтожить, да? Да, он хочет меня водолеза уничтожить. Смотри, что творит. Так, снижаем ему защиту. И будем его уничтожать. Вот так вот. Ну, теперь-то он понял, что шансов у него здесь на победу нету. Вообще. С пониженной защитой, да? Да и с пониженной атакой, ребят. Ну, что ему тут светит? Ну, добить только водореза, если... Ух ты! Это что он сейчас сделал? Решил хильнуться маленько на дружку. Ну, я думаю, что это его не спасет. Зря он, короче, начал размениваться. Он начал размениваться, враг. Начал того бомбить, потом другого переключился. Если бы он бил бы одного конкретно, он водореза бы уже давно-давно мог бы мне победить. Так что продолжаем. Ну, а вот и наш коалиционный пак. Давай смотреть. Громоль. Разряд. Ой, там не разряд, там водорез. Криво-крив. И все, что ли? О, а почему один пак разыгрывался? Жаль, жаль, друзья мои. Я думал, еще успеем с вами пак один набить. Ну, не тут-то было. К сожалению, не тут-то было. Ну что, я думаю, в следующую серию, когда мы с тобой зайдем, да? Опять оборона. Ты серьезно? Давай не будем, а? Пока. Остынь, родной. Я думаю, что в следующую серию мы, ребят, когда начнем, да, у нас уже будет с вами 45 тысяч бревен. И мы с тобой обязательно что-нибудь улучшим. Ну, а на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.